дух творит себе формы. Какого ты духа, такие будут у тебя и формы. Поэтому, если Петр Николаевич вышел с похмелья читать Исаака Сирина, ничего не будет хорошего, ничего не будет. По законам просто, как бы он ни тужился. Поэтому в первую очередь, соприкасаясь с Исааком Сирином, с древним святым, с его удивительными текстами, с его молитвой, пришлось внимательнее относиться к собственной жизни. Менять и менять эту жизнь, которая есть изменение, называется это покаяние. Покаяние — это не к батюшке прийти поплакать, это изменение мыслей в переводе, если кто не знает. Вот если происходит покаяние, то есть изменение жизни в мелочах, постепенно, не сразу босиком по снегу, не надо. Скажи ей сегодня: «Олечка, ну вот, может, у тебя денег нет, вот тебе тыщеночку, на, вот».